Трамвай, троллейбус перевозит людей. Потом они не отличаются. Трамвай ездит быстро, троллейбус медленно. Трамвай похож на улитку, троллейбус похож на зайчика. Трамвай едет по электричеству, а троллейбус по дороге. Отличаются, потому что трамвай без повода едет, а то автобус едет без повода, а трамвай едет с поводом. Троллейбус, потому что он, когда он едет, просто он прицеплен к канату, а автобус не к канату. Трамвай, он на колесах, а они отличаются колесом, потому что у автобуса меньше колес, чем в трамвае. И еще там, потому что в автобусе меньше кабина, а в трамвае больше. Дом и избушка похожи. В доме и избушке живут люди. Дом всегда большой, а избушка маленькая. Дом очень высокий, а избушка маленькая. Дом и избушка только похожи окнами и дверями. У избушки куриные ножки, а у дома нет куриных ножек. Только баба-яга живет в избушке. А в доме обычные люди живут. Дом, он просто этажный. Бывает дом, избушка, она маленькая, а дом не бывает же дома в один, как стул. Не бывает же такого дома. Там придется только езжать. А сам дом, он высокий. 2 этажа, 1 этаж. А в избушке только очень маленькая, и там даже шкаф не поместится. А в доме поместится и кровать даже. Малина и ежевика – это ягоды, но между ними ничего общего. Малина и ежевика растут в саду. Малина розового цвета, а ежевика голубого. Малина сладкая, а ежевика кислая. Малина и ежевика – это ягоды, это у них общее. Малина розовая, а ежевика фиолетовая. У малины малиновый вкус, а у ежевики ежевичный вкус. Малина и ежевика – это вкусные ягодки. Малина и ежевика – это вкусные ягоды. Малина, она может расти на грядках, а ежевика, она очень редко на грядках. Редко. И потому что ежевика круглая, а клубник, а малина не круглая, ни капельки. Только шарики в нее круглые. Фельдшер – это тот, кто строит дом. Он часто строит дом из кирпичей. Фельдшер – это такая большая рыба. Она хищная. Такая рыба живет в соленом море. Фельдшер – это тот, кто фотографирует. Фельдшер такой незнайка. Фельдшер очень мало знает. Он не знает, сколько будет 5 плюс 6 умножить на 5.